Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Little Toys Pink. Я сегодня буду показывать мои папочки. Сейчас возьму их. Да, я буду сегодня буду показывать мои папочки. Да, ну давайте начинать. Я их просто долго рисовала, вы не представляете сколько. Давайте с первой папочки начнем. Такая. Ну и первый у меня рисунок такой, такая пони. Мне нравится ее глазик. И такие волосюшечки. Да. А дальше идет анимешка. Вот у меня такой глазик. Такой. Ну и дальше идет такое розовое тело. А, и такой волос такой фиолетовый. Идет такая поняша, милаша. Только мне не нравится ее глазик. Ну и сама такая поня. Ну и дальше идет такая поняша, милаша дальше. Такая поняша. А дальше у меня идет такая Твайлайт принцесса. И Ралити принцесса. Похоже на Филлис. Так, что она такая маленькая? Дальше идет Эппл Джек принцесса и Пинки Пай принцесса. Что она тоже такая низкая? А дальше идет такая поняша, не наша опять. Да, и такой глазик маленький мне не дать. Что это такое? Что это зеленое такое? А это пластилин. Вот. Откуда у вас эти пластилины? А дальше что такая поняша милаша. Ну, этот рисунок закончили. Давайте к следующей папке. Вот такая папочка. И первый у нас рисунок такой, такая Флоттершай. Да. Такая Флоттершай, мне нравится ее глазик такой. И вот так. Ладно, и тут ее вокруг бабочки. И дальше идет такая Флоттершай. Так, мне что это за глазы? Что это за глазы? Вот, следующий рисунок такой. Мне очень он нравится. Ладно. Давайте следующее. А дальше у нас идет принцесса Рейнбоу и принцесса Флоттер. А дальше идет я и подружка. А дальше у меня Эппл Чанг. Что это за шляпа? Но мне нравится так-то шляпа. И яблочко не тут. И дальше... Что это за пони толстая? Что это за пони толстая? И вот у нас, короче, такая поняшка, милашка. А дальше идет... Ну, спинка не грустит. Спинка не грустит, короче. Дальше... Что это такое? Что это такое? А? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Ну и вторая папка закончилась. И сейчас все папки. Давайте к третьей папочке приходить. Первый у нас рисунок вот такой. Да, вот такой. Вот такая папочка. Дальше идет моя подружка. Еще одна подружка. А вот, кстати, я. А сейчас вы обалдеете, какой рисунок. А, нет, ну следующий, который. Это Аришка. Да, это Ариша. А вот такой мой любимый рисуночек. Он самый красивый. Вот смотрите, прикольно. Как все
как все красиво выглядит. Глаза очень красивые. Тело я очень красиво нарисовала. Волосы очень красивые. А это я, короче. А дальше удачный рисуночек. Это вот такой пони. Такая ужасная. А потом идет такая ня. Потом идет такая ня. Потому что у нее такие глазочки няшные. А дальше идет такая понюшка. Она тоже ня. Смотрите, как это все прекрасно выглядит. Мне нравится этот рисуночек. А вот дальше у нас опять туда Сачка, Любушечка. А че у нее такой кривой глаз, как будто она злая. Вот она злая, реально. Тоже такая поняшка-милашка. Поняшка-милашка. Смотри, как тут все очень красиво выглядит. Да. Ну и дальше такая няша. Милаша. Только у нее очень маленькое тело. И толстое еще. И маленький хвостик. А дальше у нас идет пятка. И красивая пони. Мне она очень нравится. Смотрите, как все очень красиво выглядит. Да, так, все красиво. А дальше идет толстая. Я ее не буду показать. Дальше я тоже не буду показать. А вот, кстати, поняшка мне ласки. А дальше вообще ня. Коня. Еще одна ня. Косичками, с косичками. Ну и вторая папка закончилась. Переходим к третьей. Такая поняшка у нас идет. О, да, такая поняшка, милашка. Дальше опять как будто злая, как будто. Как будто. Потому что глазик. Так, мне нравится вот эта поняшка. Такая поняшка, милашка. Дальше и пять идет такая поняшечка, милашечка. Как будто нет. А дальше у нас идет принцессочка. Такая принцесса. Да, такая принцессочка. А дальше у нас такая поняша, милаша. Очень-очень много листов. Потом такая еще идет такая с динарушками. Такая поняшечка. А дальше такая поняшечка наклонится. Принцесса Селестин. И другой принц. Это не хочу показывать. А дальше мой любимый рисунчик. Вот я, короче. А вот моя подружка. Да, это моя подружка. Мне нравится ее глаз. Это у меня что-то с глазом, что ли. Ладно. А дальше идет моя подружка. Что это за глаза и что это за руки? Ну что, такие кривые, что ли? Ладно. А потом идет Риша и Анжелика. Так. Дальше я. Мне очень нравится. Это я, короче. Мне нравятся туфли и одежда такая. Пальцевая. Потом дальше идет Анжеликус. Да, Анжеликус. И... К четвертой папочке закончили. И у меня последняя пятая. Кстати, у меня еще две. Первая. И я тут специально написали мои рисунки пони. Точка. Давайте к первой начинать. Такие поняшки, это я. А это как будто это я. Я, как будто меня очень обижали. Мне подрезали волосы. Дальше, как будто я принцесса такая. Дальше идет Пинки Пай. Пинки Пай. Мне тут очень мало рисунков.
вот дальше идет такая поняшечка, милашечка. Вам кажется, как будто тут цвета, а на самом деле очень теплая, темная. А дальше идет такая поняшка, которая вчера срисовывала. Да, которая на компьютере. А дальше такая поняшечка, милашечка. Кстати, вот еще одна. Вот еще одна прикольненькая. Мне нравится. А вот дальше вот такая группа. FNAF. Это Топси. Да, типа той. Ладно. Кипуня. Дальше у меня тут ничего нету. Дальше у меня такая Rainbow Dash. Да, только мне не нравится ее тело. Ну и хвостик маленько. Что это за кривой? Что это? Ладно. Смотрите, какие няшные глазки. Фистаня. Ну и все, мои рисунки закончились. Все. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.